мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст. Ну что? Да, люди приходят. Это сегодня случилось утром. Да. Поэтому люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелились дети, которые приболели. Необыкновенно, это надо снимать и показывать. Это на самом деле, да, сделали фотографии, направили. Но вот это вот чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину. Видите, как государь нам помогает, ведь они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой. Здесь капелька была возле глаза, то есть по плечу, вот здесь она текла. Ну, до дождя мы заметили, ну, не придали значения, не накрыли, просто не знали, может, как Господь. Но после дождя вы сами увидите, что Господь благодатью Божию омыл им бюст Николая II. Он начал блестеть, начал радовать всех нас. Слава тебе, Господи, Господь нам дает такое вот чудо Божие увидеть тому, кто, как говорится, секунды увидел благодать Божию.